Он все ближе к победному результату. Знаменитый российский актер, король эпизодов Сергей Анисифоров выиграл высший административный суд. Напомню, россиянин по прописке, но украинец по призванию просит в нашей стране статус беженца. В прошлом году он публично поддержал Майдан, принимал участие в событиях, оказывал медицинскую помощь раненым. За это Анисифорова назвали в России персоной нон-грата и открыли уголовное производство. Однако в Украине актера тоже не приняли. Год он судится с миграционной службой, которая не дает ему статус беженца. Высший админсуд отправил материалы дела в Одессу на перерассмотрение.